вниз, мачки наверх, в сторону, руки за мачки наверх, в сторону, уводим руки назад, в сторону, раскрываем грудную клетку и думаем о том, какая прекрасная у нас осанка. И последний раз. Опускаемся как можно ниже. Правое бедро не зажимаем. Правую ягодицу расслабляем. 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Ложимся на спину. Правую ногу кладем на левое колено. Сейчас внимательно. Правая рука идет под правое колено, выныривает, да? Хватаемся за левое колено и тянем левое колено к груди. При этом чувствуем, как у нас тянется правая ягодица. Это упражнение, кстати, очень хорошее для растяжки после ягодичной тренировки. Когда отлично поработаем ягодичными мышцами, вот это отличный способ их расслабить. На выдохе тянем еще ближе к себе. Поменяли ножку. Теперь у нас левое колено согнуто. Левая рука ныряет под левое колено. Хватаемся за правую ножку и тянем к груди. Прикольно это получается. На выдохе тянем еще ближе к себе. Расслабляемся.
Затем глубокий выдох на правую ножку. И опускаем локти на пол. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ставим колено на пол. Левую ногу сгибаем. Хватаем себя за стопу и тянем голень к бедру. При этом бедра опускаются вниз.